Ինք հիմա եկել ենք ուրեմն Բալուջայի Այգե ձորի, չէ՞, Այգեստանի բնակչի մոտ, դուք իմ նաև մոտ 2020 թվականին, 16 թվականին գուցե որոշակի տեսել եք հրապարակումներ, Կարեն Միրզոյանն է, որ Մազապուրց են եղել, հիմա եկել ենք Էմիլի հետ հարցեր տանք, Կարեն, դու հաշմանդամ ես, ոնց կարողացանք դուրս գալ այդ հրմբակոծման ժամանակ? Դե տասնինը, քսանինը կլա, կշասա պատվալ, պատվալ ուլի։ Բակո, կեզով ավուքն է։ Ախպես, դե։ Կակտա նաչիլի բամբից, մնի է բրատ պամոք սպուստիցով պատվալ, ձեր տան պատվալը։ Հալի պարոյ տաժից պեր էտար։ Սավտարովը իտաժա, իմու պամոք բրատ, նա տոն տմամեն բրատ բուլդոմը, պամոք սպուստից պատվալն է, նա պերվ իտաժ էլ պատվալ, պատվալ։ Պատվալ Առավոտ շուտ, հա, սուտրան աչլ ես բամբոշկը։ Բաս մի քանի օր առաջ ուժեք դասվակ է նկապլենիք, հա, սպասում ալի։ Ձելը վտոմ, շտո անի բլի պրիդուպրիշտինի, շտո Ազրբաջանը տուրեցքի վայսկա բլիսկը պատաշլի, բլի նկապլենի, Они жили в Аскеранском районе Арцаха, в селе Айгестан, который еще называют Балуджа. Это в 6-7 километрах от Степанакерта, приблизительно, по-моему. Надеюсь, клавер русу. Это арапа. Надо военные действия не учили. Гуйсунейк русный евреек, а? Они надели, что русские им помогут, но ничего они не сделали, не помогли. Это никакой орманации к подвалу. До 19-20 уже мы сдались. Уже это жертвы кишатали. Так как жертв было очень много, 20 числа все сложили оружие, чтобы больше не стреляли. Поэтому 20 числа он смог из подвала выйти. Это узнавик. Они слышали, что власти Арцаха пошли на переговоры с турками, с Турцией и Азербайджаном. Чтобы понять, что будет дальше. Потом было решено, что мы все будем выходить, потому что мы не можем жить в составе Азербайджана. Тебе кецал с аэропорта, мы до Арусны, мы сказали, мы чёрсали на Танжва. Мы 4 дня провели в аэропорту, потому что аэропорт взяли русские, но там хотя бы безопасно было. Здесь кейрак урин чёрный бантовый, да? Минерка ор, минерка чёрный хмур. Только воду имели, не было у них ничего еды. Это азербайджанские ацери берегусы. Азербайджанцы принесли хлеб, ума, руснерин. А, перелом руснерин, два века мы закупали. Они отдали русским, а русские стали давать нам. Это как бы издеваться, не знаю. Как будто издевались, но это понятно. Вот тоже дзерарный. Իսկ բաց երկնքի տակ, դու կալյասկայով էիր։ Հա, չէ, հայրապորտի շեքի մեջին, դավք է կալար, սրտրես կալետի ամաղացալ, մեն երկով կելու բարավալում։ Նեսկրկը չիլավեք վ հայրապարտու ուներլի բլա դավքը սիլնը, մեծ մարդիք էին։ На четвертый день, инч автобус, Ереванец, Горисич, из Степанакерта приехали городские автобусы и стали нас грузить, так сказать. Даже ехала нас по жорцевящей шоферка. Не было шоферов, все спрашивали, кто умеет водить, есть машины, но у нас нету мужчин.
Хамед взял свой легковой его, так что, я уже шофер чинил. Потому что те, которые могли воевать, погибли, а те, которые могли водить, они со своими машинами уехали, не было водителей автобусов. Карен Джан, ты часы тир, коляску, весь этот вон, как гаргаться? Коляску, коляску. Он в коляске был. Я переспросила, говорю, как тебя, возможно, ты же не ходишь. Чей коляска? Միջև վերջ կալյասկան եղել, հա? Եկա կալյասկի հա 4 ուտ նստան, հենա միջև է քիպտոտած հոները։ Հա, ջարդոտած էլ, հա? Պապերը քոնեք էլ է։ Նու, կալյասկը ուժե ոչ են պլախոմ սաստայանի, ես լի կորատկա։ Նա պալու սպալի։ Նա պալու կձե սպալի։ Բենում, հարապար վարպրտը մեջ։ Վարցախի դա նա պալու անի սպալի։ Ի ավտոբուսով եկեք էլ թե գրուզավիկով։ Չէ, ավտոբուս։ Они не в грузовике приехали, в автобусе. Кани орте без лачини Мичанского? Десять часов, они не очень долго ехали. Здесь калнац релен? Только я. Инче насе? Халелен дус? Пасал мужчины выйти. Остановили автобус и сказали мужчины выходите. Ну коротал. Инче наре? Яс, накарал, мы фотографировали. Все сфотографировали. Это он дамит так, а сам дам аскаси, как будто чумарит на луне. И что ты еще вибега, дам аскел, а сам ведь та сам это кетчик. Кинамат автобус, команда и ерунду. Потом пешком надо было ходить, автобус пропустили, пешком через рентгенный аппарат. Так как он объясняет, это, наверное, видимо, рентгенный аппарат был, они проходили через это. Իսկ հակարի կամուրջանցակ գորիս կորնիցոր ձեզ դիմավորեցին։ Չէ, լայեք ալով գորիսում։ Գորիսում արդեն գիտեիք ուր էիք գալով։ Ա, գիտեիք ալեք ես։ Անի ուժե զնալի, շտո դաժնե բից վ գորիսի, պրիեխելի պրիամը վ գորիս, վ ծենտր ռիգիստրացի բեժնցով։ Տան վամ կուշեց դալի, տտվել են ուտելի։ Չէ։ Նետ կուշեց նի դալի, ապադար ճանապարին տվել են։ По дороге. Чанапай, а печенье придумал. На дороге печенье давали. Анхатнера, Тарбель Марти, Ковкирейн дали. Да, Русная у нас это. Токера Русная у нас. Че, че, Хайкакан Тарацку. Хайкакан. Соворакан Марти, кей, дали печенье нере. Лески кей, ты сам чулеч. Че, он не знает, кто давал, но говорит, на той стороне русские давали, но и уточнил, что это азербайджанцы им давали, а они передавали нам. Да, это азербайджанское печенье. Это было азербайджанское печенье. Вы взяли вертилек? Я кала, да, мягче кала, я кала. Одна девочка взяла. С кикерялич. Но не съела. Карен Джан, ты вольти весь, я утана сумик. Карен 1975 года. У него детский паралич, поэтому он не захотел сниматься. Я снимаю сцену и его голос. Потому что он не в хорошем состоянии. А так он, наверное, не против был бы. Надо писать салон, мы со. Почему я чуть? Очень сильно простыл. Не может дышать, очень плохо ему дышать. У него астма. Քանի տարեկան ունեք, իմացեք, որ հիվանդ է, այս կողմ եկեք, այս կողմ։ Քանի տարեկանից եք իմացե հիվանդությունը։ Դե պես։ Հա։ Ստրախ, ստրախ։ Աստարոժն է։ Պրապալե, պրալիչ անի ուզնանի վտրի գրոդը։ Մերա, մերա այն։ Մեր կողմ։ Կարեն, դուք որտեղ եք ժամանակին ապրել, միշտ Բալուջայում եք եղել։ Չէ, Ստեփանակերտում մտածվալ, Շկովքի։ Դու ծնվել ես Ստեփանակերտում, он родился в Степанакерте, но потом они жили в Балуджае, ոնց էր, ծորա… Այգեստան։ Այգեստանի։ Իսկ ընդեղ շրջապակման ժամանակ ոնց եք անցկացրել, քանի ամիս եք լրիվ շրջապակված եղել, ուտելիք ոնց եք ունեցել, դեղ։ Դեղ։ Գիլայ չէ լինորով։ Վավրեմը պլակատը ունիչ նե բլը լիկարս, նե բլը հիդի, ասոբին սլոժնը բլը ինվալիդը, я պրոստը դաբավլու մի շարժեք,
Я просто добавлю от себя, Эмиль, один раз я смогла отправить лекарства через Красный Крест, очень просила. У нас моя одноклассница во Франции живет, у них называется это Синий Крест. Это женщины, которые занимаются благотворительностью, это армянки в основном. Она отправила лекарства, а я попросила Красный Крест. Это было 8-9 месяцев назад. А так им очень сложно было, потому что они в особом уходе нуждаются. Для них еще другие гигиенические предметы, помимо лекарств, нужны были. Какие-то там процедуры, на которые они не ходили. Карен из утели кинчей кутун. Да, маму ничего запасы дали. Гречка, мишель, макарон. Они питались теми запасами, которые у них в доме мама сохранила. Благодаря запасам мамы. Масляна, мать. Мясо было, но сложность была в муке и в сахаре. Не было растительного масла. Иска ехпорицет каровек харцер тал. Воринк егела пашпан. Пашпанцан банакума егэ. Это надо, да. Ашкаразорова. Я спросила, можно спросить, у тебя брат был в армии обороны? То есть они местная самооборона арцахская. Он говорит, да, можно говорить об этом, они защищали нас. Но так как стали бомбить и по населенным пунктам, было решено сдаться. И переговоры ни к чему не привели. Это переговорные Евлахи Масина, Чеховска. А Евлахи речь идет, когда власти пошли, мы уже об этом говорили. Ду ворпес Европа и инчку зейр ашхарин асэн. Ду шат эс картум, ду шат тэгэкацвац эс, инчку зейр вор... Եվրոպան աշխարհը իմանար հայերի մասին, ինչ ա եղել։ Մեր հայերը վերջացնում կարճ ասած Թուրքիան Ադրբեջանը։ Я хочу, чтобы мир Европа знала, что Турция Азербайджан кончила нас. Он очень много читает. У меня длинный вопрос был потому, что Карен очень много читает. У него есть возможность пользоваться интернетом. Благодаря родственникам и друзьям, потому что государство сейчас конкретно непонятно, что будет делать. Стех Варцовек. Они, это квартира, они будут платить инчкан. 140 тысяч, это огромные деньги для этой семьи. И с Кашхатанг бан, вочми бан, пейту цюна чиаре, ворегелек. Пока еще ничего не дало государство, то есть Армения. Բա այն ինչ որ ինքը աշխատել է ախպերը դա գործ մորց չեն ասել ոնց ա եղել դա сам вроде получит но когда это точно обещали что получит хотя бы зарплату которую они там иск ко инвалидության թոշակ ստանալ են թոշակ обещали что он получит за инвалидность пенсию за квартиру заплатят. Обещали. Я обещали, что за квартиру тоже заплатят. Бать харкарасун, это карта хитунер. Там, а женщин, это хитунер, что? За каждого человека 40 плюс 10, это 50 тысяч. Говорит, обещали, но пока ничего нету. Иск на хавачарек тебе? А. Инчка нам с вами может. Мин, за один месяц они предоплату уже со своего кармана дали. Ինչ որ մեկը եկել է ձեզանից հարցրել է որ սոցիալնի աշխատող կա ոնց գարնիկը կար բա ռեգիստրիրուցը գնի պենում քաղաքապետարը սոցիալում պենում դեսի որ даже лекарств մասին էլ ասում его брат пошёл в городскую администрацию Абовяна зарегистрировался сказал что у нас в семье есть с инвалидностью и пенсионеры они мама и папа но никто не пришёл И лекарства у них очень старые проблемы с лекарствами. Да, очень. Ну, ты не скажешь, я бы сделаю. Да, помоги, я видел книгу.
Но он хочет, чтобы все знали, что они делают. Он говорит, я хочу, чтобы Бого Кельвонцер... Он хочет пожаловаться на это. Он бельгиец. Эмиль зовут его. Парлево Франце? Да, конечно. А вы тоже? Я парлю потому что я франдэ дальний коль. А, окей. Французы тоже тоже. Вау! Карин Майра французин хосом. Я знаю бельгийский этот во Франции. Да, да, да. Не французский язык. Не патардаке нас лакас вейс. Да, сразу. Элич каров инк менг асэл, вор часэцинк, вор ес харт чтобэти. Եկսելի խոսել, նրա ժղայնացած էր, իչ պինամերը։ Հում վրա, իմը վրա է ժղայնացած վերջ։ Նե, պինամերը։ Հանատուս կարին, ատուս ուրը կարին կեցելա, պինամերը, շոպ նաշուտ կարտև է, բիտե հայր դոլար տան տարիշտան տա։ Мери или кентвал, оформить нрав, а ему нет. А там у него и централом. Он говорит, скажи, что у нас и с банковскими счетами проблемы. Ему не дали карточку банковскую. Почему? Инвалида, тем более астматика. Он не может ходить. Надо как-то решить, чтобы банк сам пришел и эти вопросы сделал. А там что? Попросили. Я мамой, неужели вы не доверяете? Хотя бы маме отдать. Не дали. Но есть же интернет-банки. Джигай нас отъехала, мы видим киноварку. Да, враг пошел и злой пришел. Что они не пошли на уступки, потому что Карен и так инвалид, еще он сейчас плохо дышит. Да, наверное, мы в такой карте пили, лох мочили. Группа, первая группа. Это соцсобовый, лепенал. Կարույն է չուզես դեմքս ենց պատնենք նկարում, ես կարծում եմ մեր դիտողները մեզ կներեն, որ այդ ձև ենք նկարում, որով հետև դա իրենց ծանկությունը։ Ուզում ես դեմը նստես, եկա, այդ է նստի, խոսա, հիմա եկավ եղբայրը Կարենի, ապա գրեք ինձ, ստեսություն։